150 подростков, вовлеченных в проституцию, спасены в США в ходе крупнейшей операции за всю историю американских спецслужб. Облавы проходили в отелях, казино и на стоянках дальнобойщиков от западного до восточного побережья. Арестованы почти 200 человек, входящих в преступные группировки. Их вычисляли по закрытым сайтам, где рекламировались секс-услуги с подростками и происходил поиск новых жертв. Агенты ФБР представлялись потенциальными клиентами. И когда им сообщали место встречи, по адресу выезжал полицейский патруль и отряд спецназа. Самый младший из спасенных всего 12 лет. Добавлю, что сами ФБРовцы не скрывают, что размах детской проституции в стране за последнее время достиг масштабов эпидемии. Так, в прошлом году из сексуального рабства были спасены 600 несовершеннолетних.